40 лет я работал. А нет, уходите, злодеи! Уходите, не хочу я ваших вкусных пирожков! Какой вкусный пирожок! Улочка, сосиска. Если ты дашь слово, что никому не скажешь, я куплю тебе мороженое. Булочка с сосиской. Чай, бутерброд. Булочка. Реально, какой сухарики вкусные. Фух, вроде оторвался. Я думаю, они в этой хижине меня точно не найдут. Самое время срубануть каточку в танке. У меня как раз там X2 на бабахе не сбит. Сейчас я покажу этим скуфам, кто тут настоящий ящер. Трешак, я пришел с тобой. Готовься съесть моего вкусного пирожка. Есть пробитие. Одна минута. Нужно поскорее добыть дров и налепить пирожки, а затем сунуть их в печку. Седьмая ямка. Ребята, да я еду на печке по этим глубоким ямкам. Да как я что, Емеля? Нет, ты старый совсем рванулся. Я там 5 ночей булку с сосиской глотал и вкусный пирожок жрал. А ты тут с телочками тусишь на яхте. Совсем стыд потерял и совесть вся. Наш план провалился. Ты все, дружок, теперь я точно за тебя. Бери муку и скорее лепи пирожки. Нужно показать этому злодею, кто в доме батя. После того, как ты уже кормишь, мы должны угнать отсюда, на этой лодке. Ох, и много же вы насрали. 40 лет под наркозом я работал говновозом и шофером, и таксистом, вонючим говночистом. За 3 сотни бумажки на зеле возил горешки. Ох, бля, бля! Сухарики Емеля, ё-моё, реально, ну то есть сухарики вкусные Емеля, да, помню, мне нравились со вкусом каких-то там охотничьих колбасок, вроде было прикольно, да? Седьмая ямка!
Смотри, какой вкусный пирожок!